У меня нет талантов, реально, ни одного. Вспоминая свой путь, все мои достижения связаны с невероятными усилиями. Каждый год на протяжении 5 лет я пытался выполнить разряд мастера спорта по плаванию. И я его выполнил. Когда я впервые взял в руки камеру и направил на себя, я был похож на человека с какими-то умственными отклонениями. Я не мог связать даже 2 слов. Я запускал 7 каналов, прежде чем что-то выстрелило. И еще я не умею петь и играть на гитаре. Хотя сейчас много кто поет и не умеет. Я настолько стеснялся петь и играть, что когда появлялся хотя бы один слушатель, я сразу же забывал все аккорды, а мой голос начинал звучать так, будто бы его пропустили через мясорубку. Сейчас он тоже звучит, как будто бы его пропустили через мясорубку, но я научился не обращать внимания на людей, петь и играть в свое удовольствие. Но это стоило мне множество моментов, когда я запинался и забывал слова. Самый большой страх в школе — это забыть слова долбанного стиха и раз за разом вспоминать одну и ту же строчку, которая ну никак не вспоминает. Мне пришлось множество раз рассказывать что-то на большую аудиторию, прежде чем я научился справляться с волнением. Я все это к чему говорю? Каждый раз, когда я вижу человека, которому что-то дано от природы, которому не приходится проходить через годы мучений, чтобы что-то сделать, а у него будто бы получается все само собой, я по-доброму завидую. И злюсь, когда человек относится к этому наплевательски. В эти моменты мне хочется сказать: чувак, тебе дано! Как ты можешь говорить и делать вид, что тебе это не нужно? Как ты можешь все бросить? Юра Каплан, вернись, пожалуйста.